Здорово. Здорово, Зайва. Сейчас расскажу тебе 40 фактов о Юбе. В Меншинскипе есть красный стилбол. Если разработчику Юбы 100 раз убить луку, то ему выпадет его лопата. Раньше можно было дропать предметы. Раньше был NPC, который продавал лук за 500 долларов, которым можно было выстрелить в игрока и дать ему стенд. У зомби и вампира есть спеки. Раньше прическу Карса и Ризотто можно было получить. Раньше у СПТВ был стенд-джамп. Зуки до сих пор не изменил имена в диалогах. Раньше зонтик можно было купить только в СБР. Там даже осталась пасхалка. У Парагон Платинума есть скин. Раньше у Симуна и почти всех стендов была упоротая модель. Узуки анонсировал реворк Sticky Fingers. У Парагона есть несколько стендов. Парагон Платинум, Парагон Платинум The World и Парагон Платинум Over Heaven. Раньше в Юбе на NPC стоял Раньше в Юбе на вокзале стоял NPC, который давал квест на почту. До Хэллоуина 2022 года все ждали обнову, а Узуки выпустил обнову с бешеным станом у Таска. Возле Триш есть NPC, чат, который выдает мод спеки админам. У модеров в Юбе в табе красный ник. Ваша самая первая стрела до сих пор со старой моделью. Единственные стенды, у которых нет анимации ходьбы, Крим и Таск 1. У Таска 1 раньше была анимация ходьбы. У ККР раньше был чоп. Есть информация, что Узуки вернет чоп ККРу. ККР не единственный неканоничный стенд в Юбе. Раньше в Юбе у стендов были другие названия. У коррупционного полицейского есть шокер, и все думали, что это будущий спек. Джонатан и Джайра убивают людей с вампиризмом. Что? Раньше биту можно было использовать в качестве плака. Что? Раньше у Джотера в Part 3 и Dio Over Heaven багались таймстопы. В Юбе есть NPC, которого зовут Дариус, и он дает квест убить 5 человек. Mirage of Phantoms — эпический скин. Полгода назад в Юбе игрок, который находится в ТС, не мог бить. Раньше в Юбе был баг, если прокачать стенд и затрейдить его и прокачать другой, то ты сможешь использовать скиллы прошлого стенда на другом. Раньше в Юбу хотели добавить Crazy Diamond Requiem. Crazy Diamond Requiem — это все одна большая шутка, и Узуки просто пошутил. Очень давно Узуки хотел сделать четвертый престиж. У Узуки есть 200 скиллпоинтов и 100 левел. В хэллоуинской обнове на карте был глаз. На втором этаже парковки есть лидерборд. Первым скином в Юбе был черный The Hand. Ну вот и все. Пиши свои интересные факты в комментариях и не забывай заходить на мой Discord сервер по ссылке в описании. До скорых встреч!